Известная телеведущая Регина Тодоренко и ее друг Петр Романов отправились в кругосветное путешествие. Двигаясь вокруг земного шара, они проводят время в самых интересных городах на планете. Офигеть, это просто улет! По правилам программы, один из них должен прожить уикенд на $100. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы узнать, кто из них будет жить как миллионер, а кто учиться выживанию... Регина и Петя перед каждым путешествием бросают монетку. И каждый раз все решает орел или решка. Алло, мамочка, привет, а мы уже прилетели. Алло, мамуль, привет, мы уже улетаем. У меня же выгодные звонки и интернет в роуминге. Да, мы можем разговаривать долго. Сейчас тебе кучу фоточек еще пришлю. Ма, у меня же Киевстар. Да поел, не хорошо. Волнуйся. Шапку тоже взял. Петь, хватит разговаривать, у нас гейт 3G. Все, побежал, извини. В прошлом выпуске Петя и Регина проходили испытания самой суровой и безжизненной пустыни мира – Атакаме. Ну вот, теперь меня все видели голой. И ты, вот вы, вот, которые сидят сейчас на диване, тоже видели меня, получается, голой. Если замерзает правая рука, перекладываешь тарелочку, снизу греется. Кругом горы, а температура воды, наверное, еще ниже, вообще градуса 2. И я догадываюсь, судя по этим волнам, что там какие-то гнезда прям, слушайте, отчаянные птицы, я... Олежка, я кому рассказываю? А сегодня ведущий отправляется в тьму таракань Южной Америки. Гайану. Чего? И чего это ты вырядился-то? Ну а как ты думаешь, как миллионеры одеваются, по-твоему? Как я? Пиджак, как я. Как Регина, я. Мы можем даже не бросать, все равно я буду богатый. Нет! Доброе утро, друзья! С вами Орел и Решка Кругосветка, и мы прилетели в Гайану. Вы знаете, за 12 сезонов Решки я думала, что на карте уже не осталось белых пятен. Но нет, вот, Гайана! И вы знаете, хотя о стране ничего не известно, одно я усвоил точно. Регин, если у тебя золотая карта, ты в шоколаде. О, конечно, да. А здесь в Гайане она ой, как нужна. Ой, как нужна, ой, как нужна. На поиски приключений, чтобы показаться на самолете. Да, короче, Орел. Какая Решка! Ну смотри, я даже кидать могу, не кидать. Решка. Все пошел. Уже привыкли. Решка, да, справедливость есть! Чего? Эй, алло. Держи свой рюкзак, пока! Давай, рад за тебя! Хороших приключений! Богачам тоже нужны наличные, хотя бы элементарно чаевые. Тем более с Visa Premium от Райффайзенбанка Аваль я могу снимать местную валюту без комиссии в любом банкомате мира. Гайана – маленькая страна на севере Южной Америки. Но у нас мало кто знает, что такая страна вообще есть на карте мира. В плане туризма Гайана – это белое пятно. Черная дыра. Называйте, как хотите. Тут каждый белый турист – первопроходец. Впервые Орел Решка будет первооткрывателем страны. На 2 дня я арендовала себе такси с винтом, крыльями и 2 пилотами. Достопримечательности Гайаны не собраны в одном месте, а разбросаны по всей стране. К ним меня доставит мое аэротакси. Тариф 4,5! $1000 за 2 дня. А у меня на 2 дня каких-то несчастных $100. В общем,
100 долларов превращаются в 20 тысяч гаянских долларов. Сумма внушительная. Посмотрим, сколько здесь будет стоить такси до города. Должно хватить, по идее. 25 баксов. Не покататься мне на гаянском такси. Не покататься, ребята, не покататься. Да и зачем, если можно всего за доллар домчать до города на маршрутке? Вон, видите, мужик машет. Все выглядит довольно-таки культурно. Разве что вот это. Ну, это мелочь. Гаяна – натуральный парк юрского периода. Насколько хватает глаз – дичайшие заросли. Здесь нет ни домов, ни дорог, ни людей, ничего. Несмотря на все это, мне кажется, что запасов кислорода у нас есть на миллион лет вперед. Здесь такая непролазная глушь, что даже сами гаянцы в глаза не видели свою страну. Путешествовать по Гаяне может только богатый турист на самолете. Ну а бедному туристу получится посмотреть только столицу Гаяны – город Джорджтаун. Если бы я был птицей, Джорджтаун показался бы классным, милым, ярким городком. Такое ощущение, что здесь проводят конкурс «У кого ярче крыша?». Но из окна маршрутки столица выглядит... Да сами смотрите! Все такое одноэтажное, плоское, стоит в джунглях. Какие-то здания вообще разрушенные, полуразрушенные. На первый взгляд, это все напоминает большую деревню. Гаяна – одна из беднейших стран мира. Здесь люди живут на 2 доллара в день. Дома убитые. Дороги размытые. Вместо тротуаров – канавы, заполненные вонючей жижей. Получаса в Гаяне достаточно, чтобы понять, почему о ней никто не знает, и сюда не валят толпы туристов. Первое, что удивляет в столице Гаяны, это сами гаянцы. Они тут все поголовно темненькие. Как будто бы ты не в Латинской Америке, а в Африке. Гаянцы – потомки африканских рабов, которых сюда завезли европейцы. 50 лет назад рабам на голову свалилась независимость. Европейцы ушли. А что без них делать, не сказали. Вот и бездельничают они тут последние полвека. Живут в бедности, слушают целыми днями регги из старых колонок. И пьют пиво. Но, похоже, это никого не парит. Вот такая вот бурная столичная жизнь. Гаяна, она как картина.
истинную красоту которой можно увидеть только на расстоянии. Горы, на которые накинули гигантский махровый ковер тропического леса. Реки, похожие на громадных извивающихся змей. Первым делом я отправлюсь посмотреть на самую красивую достопримечательность во всей стране – водопад Каитур. Как видите, я действительно не врала. Дорог здесь и вправду нет. Водопад Каитур находится у черта на куличках. Извините, по-другому не скажешь. К нему надо добираться прямиком через джунгли. Но в этом есть свой кайф. Более красивой дороги к водопаду я еще никогда не видела. Все поросшее мхом, не тронуто, просто какая-то сказочная красота. Чувствую себя в кино. Здесь чувствуешь себя не каким-то туристишкой, а первооткрывателем. Вот так шел-шел по лесу, прислушивался и вышел на такую красоту. Потрясающее чувство сидеть здесь и смотреть, как река Патару обрывается вниз. Немногим людям на планете посчастливилось увидеть это чудо вживую. Посмотрите, как интересно. В Гаяне, где живут мулаты, водопад тоже мулат. Вода в нем шоколадного цвета. А все из-за ила и глинистых минералов. От этого у него появляется особый шар. Смотришь на него, и кажется, что вниз обрывается река крепкого кофе. Смотрите, какая густая пенка. Уж поверьте моему опыту путешественника. Если бы Каитур принимал участие в конкурсе красоты среди водопадов, то утер бы нос всем водопадам планеты. Ну, ладно, полетели дальше. Я с визой премиум от Райффайзенбанка Аваль нормально потратилась. Сейчас зайду в свой персональный кабинет и проверю, сколько миль у меня уже есть. Да и выберу подарочек. Вот что еще удивляет в Гаяне. Все поголовно носят косички. И маленькие, и старенькие, и женщины, и мужчины.
носят и короткие, и длинные, и простые, и параллельные, и змейкой, и торчком, как поросячьи хвостики. Hello. Is it a salon? And can I make a curly hair like just like you here? Круто. Все, погнали. Раз уж тут все ходят с косичками, давайте и я себе сделаю. Да, ребят, я впервые в таком салоне, сейчас буду делать себе прическу. Гайанцы плетут косички не только для красоты. Им просто лень каждый день мыть голову. А косички заплел и ходи себе месяцами не мойся. Ну вот, видите, прошло всего 10 минут и полное преображение. Уже совсем другой образ, который мне, честно говоря, очень нравится. Ну вот, теперь я свой. What about you? How long are you staying here? You don't have a right to stay here. No, I'm coming through here to this place. So get the fuck out of here, man. No, get the fuck out of here, man. Yo! We're in Guyana City, Georgetown here. Yeah, why the? In the hood, man. In the hood. Nah, you're just passing by me. Господи, опасный город. Nah, you shut up. No, you shut up. You shut up. Недалеко от водопада находится самый дорогой и роскошный лесной отель во всей Гайане. Как раз туда мы и держим путь. Ё-моё, долеталось. Make it in 2 hours, yeah? Or faster? That's No, but today it would be repaired or no? We're gonna try. We've got everything, we just need the jam. Мне не нравится это его we're gonna try. Что значит мы постараемся все починить? Ребята, я застряла посреди бескрайней саванны на непонятно сколько часов. I believe it. Thank you. Ну, короче, в течение суток должны все починить. Пока что пойду в лодж. Отдохну. Устал я от этой суеты, от этих поломок. Погуляв по столице Гайаны, Джорджтауну, понимаешь, что это очень непонятный город. Итак, непонятка первая. Здесь вообще не понимаешь, в какой ты части света. Вот тебе дома из американского вестерна. Вот здания викторианской эпохи, как в старой доброй Англии. Вот вычурный домик богатенького индуса. Здесь, наверное, живет какой-то важный дядька из Таиланда. А вон там, через дорогу, немецкая церквушка. В общем, не столица, а какой-то винегрет. Непонятка вторая. Джорджтаунские кладбища. Людей тут хоронят в саркофагах, а не закапывают в землю. Все потому, что Джорджтаун — это город-лужа. Вода буквально прет из-под земли. И копать в ней яму — это все равно, что рыть болото. Непонятка третья. Главная достопримечательность. А сейчас я вам покажу главную достопримечательность города Джорджтаун. Вот она! Вот она! Дамба Си Уолл! Для нас это обычный бетонный парапет. Но для гайанцев это
без преувеличения, Великая Гайанская стена. Она защищает город от наводнения. Если бы не эта стена, город давно бы уже смыло в океан. Длина стены, внимание, 500 километров. Не метров, а километров. Это как от Киева до Харькова. Как по мне, дамба – отличное место для 500-километровой прогулки. Но самая главная непонятка – это на что в Джорджтауне потратить деньги. Ни тебе смотровых площадок, ни шедевров архитектуры, даже ресторанов тут нет. Единственное, что можно делать в Джорджтауне, это ничего не делать. Как местные жители. Over here. Sit. Как тут себя еще развлечь, не знаю. Тихо едем, дальше будем. Знаете что? Классно. Я, честно, я не знаю, как отвечать в таких случаях. Он спрашивает, как тебе Гайана? Я говорю, ну, климат тут у вас жарковат, а так норм в целом. Он говорит, да-да, у нас все так. Но ты не обращай внимания, скоро новый президент придет, станет получше. Но очень надеюсь, что к следующему разу, когда мы вернемся в Гайану, здесь действительно все наладится, и они, ну, как минимум, вонь с улиц уберут. Гайана пока на меня производит впечатление приблизительно вот... Ну, вот так вот. Вот я смотрю на Гайану, это все, что я вижу. Такая вот большая, шерстяная. Еще тут проблема с домами. Старые здания, они совершенно вообще, они в таком убитом состоянии. Почему вы не ремонтируете свои дома? Ну, чувак, ну где мы возьмем столько денег? У вас нет денег? А, ну все просто, просто денег нет на это перестраивать. Не, они не ленивые, нет. Как бы просто нет денег, тупо нет денег, но вы держитесь. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot. Take care. От самолета до отеля пришлось пилить минут 10. Вместо лимузина богатого туриста здесь встречает духота. Вместо красной дорожки – трава по колено. А вместо золотой вывески – железная табличка с надписью на индейском. И это лучший лодж в стране? У меня такое ощущение, что я приехала в село. Надеюсь, смотри, лучше. Запахло коровкой на водиком. На входе вместо швейцара в золоченой ливрее тебя встречает волосатая, крикливая обезьяна. Привет, маленький друг! Ну, пока что все тут похоже на такую тропическую деревню. Полдня гуляю по городу, туристов вообще не встретил. И вы знаете, что я понял? В хостеле я не останусь, потому что это просто небезопасно. Денег мне тратить тут особо не на что. Почему бы не снять номер в нормальном отеле? Вот почему нет? Ложусь в недвижимость. Ну, с виду он нормальный, посмотрим, как внутри. Здравствуйте. Let's start. Начнем. Мне нужен ваш самый дешевый номер.
$40. It, okay, it fits, да? $40 номер без кондиционера, без крыс, я надеюсь. Жару мы переживем, самое главное, что одеть. Здравствуйте! Добро пожаловать в Rockview Lodge. Меня зовут Виктор Эдвардс. Я Регина. Мы экономим электричество, поэтому свет у нас с 7 до 10 вечера. Но у вас же есть горячая вода? Горячей воды вообще нет, но мы можем нагреть вам кастрюльку на кухне и принести. О! No. Yes? Yes, we don't have water. Так, к сожалению, в домиках нет горячей воды. Окей, окей, окей. Thank you very much. Я просто надеюсь, что номер красивый. I hope the number is beautiful, yeah? Yes. And view also. А вот и он, мой летний домик в деревне. Миленько. Нет! И это лучший номер в Гаяне. Самый лучший номер в самом лучшем отеле – это сарай. Только это не от турецкого слова «сарай», то есть дворец, а от нашего – сарай. Одна тесная комнатушка, кровать, как в лазарете. О, вид из окна. На горы обещали. Вместо кондиционера – вентилятор. Вместо мини-бара – термос. Вместо премиальной косметики – остатки крема от москитов. А вместо ванны из карарского мрамора у меня душ с бабушкиным кафелем и одним краником. Ледяная, холодная вода. Ну все, отсюда пора бежать. За что здесь платить $500? За что? Ну что, посмотрим? За что я отдал $40? Кондиционера нет, но есть вентилятор. Уже хорошо. Так, пол номера занимает кровать. На окнах решетки. О, в ванной есть фарфоровый друг. Пауки не бегают. В общем, жить можно. Ну, в конце концов, всего лишь начать переночевать. И я вам скажу, что это, наверное, да, поскольку я ночевал всего лишь навсего в одном хостеле. Это не самый худший вариант. По всяком случае, получше, чем у Регины за $500. Все мои планы посмотреть гаянские красоты пошли обезьяне под хвост. Не видать мне сегодня гору Рорайма. Не пожить с местными дикарями в джунглях. Единственный самолет, который мог меня туда отвезти, стоит без одной ноги на взлетной полосе. Та-дам! Господи, океан коричневого цвета. Что не так с ним? А я тебе говорила тебе, что ветер холодный. Не слушаешь меня. Океан же рядом совсем. Что бы ты без меня делал, а? Держи. С ним кашель пройдет быстрее. Включи свет!
Олежа! Сейчас, но позже. Так же хорошо спалось в этом селе. Так я вот думала, откуда всю ночь комары эти летали, а? Вот ты где, зараза! Попил моей крови. Те, кто много ездит по миру, сходятся во мнении, что чем беднее страна, тем религиознее в ней народ. Гайана – яркий тому пример. Медицина в стране никакущая, поэтому все надеются на Бога. На каждом углу тут церковь. На каждой машине наклейка «Бог любит тебя» или цитата из Библии. А самое важное мероприятие за неделю – это воскресная служба. Ты можешь всю неделю ходить, как замухрышка. Но на службу, будь добра, надень костюм женщины и модные каблы. И... Даже детям надевают бабушкины золотые браслеты. Интересно, меня пустят в шортах? Hello. May I come in? Пускают! Hello. Церковь больше напоминает концертный зал в районном ДК. Вот смотрите, вместо церковного органа здесь ударник и клавишница. Вместо батюшки – вокалистка. А вместо привычных молитв – драйвовые песни. Все самоотверженно поют в надежде исцелиться. В какой-то момент молитва начинает действовать. Люди впадают в религиозный экстаз. Выглядит страшно. Но все только умиляются. Здесь считается, что так на человека сходит Божья благодать, и эта девочка не страдает, а наоборот, из нее выходят страшные бесы. Фух, оно-то может и так, но мне это больше напомнило шаманский ритуал где-нибудь в Африке. Проснувшись утром, я поняла, что и сегодня мне никакие чудеса Гайаны не светят. Ну что ж, возьмем максимум от моего супер-пупер отеля. Я пошла к менеджеру и заявила: дам сколько угодно денег,
только развлеките богатого туриста хоть как-нибудь. Местные сразу взялись за дело. Показали травку, которая закрывается, когда к ней прикасаешься. Посадили на руку гусеницу бабочки-бражника. Ой, как интересно! Организовали экстремальную рыбалку на гигантскую рыбу-арапайму. А потом пригнали школьников, ряженых в индейцев. На бис, не надо! А ну-ка быстро рассказывай, что у вас здесь интересного? Потому что не могу, мне здесь скучно. Скукотища такая же, хочется умереть. Золотая карточка, что здесь с этой золотой карточкой буду делать? Куда я ее? Птицам проводить, меж перьев? Но оказалось, что самое крутое развлечение менеджер отеля приберег на десерт. Это бёрд-вотчинг. Мне пообещали показать птичку невиданной красоты, символ Гаяны, скального петушка. Where are the birds? They're all over. Where? He would be taking you for a guide. Ah, hello. Nice to meet you, Regina. Where is it? Approximately 1.5 walking from here. Flat here. It's okay. It's okay, pretty girl. Я думала, вы птицу мне в номер привезете, в клетке, маленькую покажете, а вы меня... Ну ладно. Окей, let's go. Отправляться смотреть птиц нужно в самую глушь гаянских джунглей, где за тобой наблюдают ядовитые лягушки, караулят летучие мыши-вампиры и поджидают деревья с шипами. А еще джунгли — это влажно, грязно, скользко и липко. Я же просто хотела посмотреть на эту птицу. It's okay. Что ж, помоем, что ли, ноги? It's okay. Let's find this bird and that's it. Тут ведь много насекомых разных опасных, да? What size do you have? Small. У вас 36-й, у меня 40-й. No. 40. That's Ramsey foot, what's your foot? Что-то очень колючее. Загнала. It's too small. Actually, yes. Давайте помоем ногу здесь. Woo!
Меня просто кто-то сглазил. Точно кто-то сглазил. Ненавижу бёрдвотчинг. Ненавижу птиц. Ненавижу джунгли. Спасибо. Воскресная служба – это не только бесплатный концерт, но и дешевый обед. Прихожанам здесь выставляют еду по символическим ценам. Для бюджетного туриста это просто находка. Вау! What is this? Chana. What is chana? Chickpeas. Chickpeas. Чанна – это самая популярная закуска в Гаяне. Бобы нута с кислым цитрусовым соусом. Very nice. Неплохо. Ну, это очень похоже на, знаете, корейские блюда, которые продают вот на развес. Корейская морковка, вот эти вот солености разные. Это такой же микс, но на вкус именно как корейская морковка. Hot dogs, buy one and get one free. I have already bought this one. May I have this for free? Даже не думал, что, зайдя в церковь, я смогу поесть. Вкусно и сытно, и дешево. Обалденно. Бёрдвотчинг в гаянских джунглях – страшно увлекательное занятие. Ходишь по лесу и выискиваешь птичку на деревьях. Потом находишь ее в книжке. Каракай. Вот-вот-вот такая черненькая, с красненькими крылышками. Класс. Вот, познакомьтесь, красногорлая каракара. Класс. Вот это разрыв. Но наша цель не простая птица, а чуть ли не жар-птица, блин. Скальный петушок. Сидит, сидит. Смотри, какой яркий. Оранжевый. Вот это оранжевое пятнышко и есть то, ради чего мы перлись сюда 3 часа. Это и есть символ Гаяны. Скальный петушок. Петушок, золотой гребешок. Такой хохолок. Яркий окрас. Такой ярко-оранжевый, с какими-то красными переливами. Но в жизни он на петушка не смахивает. Такой себе жирненький цыпленочек. Есть сумасшедшие орнитологи, которые летят в Гаяну из своих благополучных Америк только для того, чтобы увидеть эту уникальную птицу. Но, как по мне, оно того не стоит. Хотя, теперь я могу закадрить любого орнитолога. Давайте уходить скорее, меня уже искусали. Вот и посмотрели, как интересно и увлекательно. Моя карта Visa Premium от Raiffeisen Bank Aval идет уже со страховкой. Приятно, когда о тебе заботятся. Особенно в такие моменты. Это просто необходимо. После бёрдвотчинга меня ждал самый приятный сюрприз за весь день. Исцелившийся самолет. Пока, джунгли. Встречай, Джорджтаун. Гаяне мало чего интересного, но я даю вам как минимум 100 поводов сюда приехать.
В Гаяне бутылку со 100 долларами мы спрятали на улице Сивол Паблик Роуд. Через дорогу от двух антенн есть два здоровенных валуна. Наш клад ищите между ними. Клад ищите здесь, в колесе, заваленном камнями и деревяшками. Ретируюсь. Удачи! Как по мне, Гаяна – это страна без перспективняк. Судя по тому, что мы увидели за эти два дня, можно точно сказать, что здесь еще лет 100 не будет никаких туристов. Да, тут есть красивенный водопад. Но лететь за 3-9 земель только ради него, согласитесь, это бред. Зато Гаяна – это рай для лентяя. И если я захочу на старости лет валяться в теплой луже, попивая ром и слушая регги, то обязательно сюда вернусь. Господи, опасный город! Меня просто кто-то сглазил! Вот я смотрю на Гаяну, это все, что я вижу. Такая вот большая, шерстяная. What language? Такой у тебя стиль интересный. Yellow. Похож на местного сутенера. Нормально? Ну так как? Ну как? В деревню съездила. В деревню? Да, к деду. Деду? Картошку копала? Какому деду? У тебя дед здесь есть? Ну да, дед, но... Ну не мой, в смысле, чужой дед. Просто... Ой! Самолет сломался. Ездила в джунгли, смотрела на птиц. Три раза в лес ходила, ела по расписанию, жила по расписанию. В 10 часов свет отключают, Wi-Fi нет. И это по-богатому? Реген, ты точно золотой картой была? Ты помнишь, что можно тратить на все, что угодно? Ты лучше расскажи, как так тебе, наверное, как ты там... Регеночка, слава богу, я тебе скажу, что ты была далеко отсюда. Тут люди странные, говорю, тут все ходят с дредами, хотя это совершенно не помогает, я не стал своим. Как был мелком, так и остался. Так, может быть... У них тут океан даже огорожен 500-километровой стеной. Пожалуйста, давай уедем отсюда. Давай, я о том же, Парагвай! Да? Парагвай! Ура! Да! Мы едем в Парагвай! Пока! Давай! А почему по лужам, Регин? Что ли? Приключения Орла и Решки продолжаются. Следующая наша остановка – столица Парагвая, город Асунсьон. Здесь мы попробуем рыбу с человеческими зубами. Офигеть! Слушайте, правда зубастая? Сыграем в огненный футбол. Пошла жара! Спасем город от пожара. И подружимся с русскими индейцами. Hey, 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 hey